Очень такая красивая в движениях была Агафонова. Так, Лейла Васильева. Опа! Вот вернулись к русской музыке. Владимир. Широкой, плясовой. Вот ты, так мы умеем. Вот здорово. Мы блестяще. Многоборье на чемпионате России у Лейлы получилось не очень здорово. И чувствуется, что здесь, конечно, она выглядит уже совершенно иначе. Лейла, давай, давай. Молодец. Парадоксально, хорошо. Опомнись. Тоже связка длинная. Теперь опомнись, где ты, вспомни. Город Владимир у нее. Молодец, молодец, пока. Хороший прыжок в шпагате со сменой ног. Чуть-чуть толкнула, ничего. Ну, подыши и танцуй дальше. Фляг. Полтора пируэта, сальто. Ну-ну-ну-ну-ну. Уже чем дальше в лес, как говорится, труднее контролирует движение. Она уже... Держи, держи ножку. Рана опустилась на пятку. Этот элемент уже не засчитается. Поворот надо было сделать большой. Здесь есть возможность подышать немного как раз. Нет, перед концовкой. Вот ей молодец, хореограф это все сделала для нее. И двойное сальто. Ой, хорошо. Но здесь неплохо приземлилось. Молодец.